Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде лідер одеської команди «Школа мерів», голова регіонального офісу «Простих рішень та результатів» Олег Михайлик. Вітаю вас. Здравствуйте. Ну що ж, давайте почнемо з такої теми, як міжрейсова база моряків. Так? Відбувся суд, він ухвалив рішення. І на сьогоднішній день є така надія, що вона буде належати одеситам. Хочу вернуться чуть-чуть назад. Ще примерно в феврале 2019 года это случилось то, что стало известно из неофициальных источников о том, что Одесский городской совет через схему, которая работала до этого всегда без сбоев, через коммунальное предприятие «Міське капітальне будівництво» передав майже 4,5 гектару міжрейсової бази моряків приватній компанії «Будова». Передав майже за безцінь, просто подарував. Земельна ділянка вартістю по самим найменшим підрахункам десь 50 мільйонів доларів дісталась цієї приватної компанії за 600 тисяч гривень впродовж року. Тобто ця компанія мала виплачувати 50 тисяч гривень в місяць. І це дійсно дуже обурило. По-перше, ми почали закликати навіть президента на той момент Порошенко звертатися до правоохоронних органів, але цього нічого не спрацювало. Після цього ми розуміємо, що більше нам надіятися некого, подали в суд на перше, і це було рішення в кінцевому ітогі прийнято, про анулювання приказу о передачі цього земельного участка в так називаємо інвестиційні под инвестиционные обязательства этого частного предприятия «Будова». Какие там были инвестиционные обязательства, я вам уже сказал. И решением суда первой инстанции судья Иванов вынес, как я считаю, наверное, историческое решение, когда действительно отменил этот наказ. И в конечном итоге, к сожалению, это решение потом не устояло в апелляции, но даже предполагаю, что были определенные договоренности в апелляции, и несмотря на то, что там коллегия, целая коллегия судей из трех судей апелляционного, пятого апелляционного суда отменила решение судьи Иванова, они вынесли окрему ухвалу. В ней было написано о том, что городской совет и коммунальное предприятие Одесское міське капітальне будівництво має привести всю документацию до того, как она має бути. Ну, естественно, никто ничего не делал. И работы начались. Начались они со стороны уже построенных многоэтажных домов, чтобы, знаете, не очень раздражать общественность и одесситов, пряча фактически за зеленым фасадом, выходящим на улицу бывшую, она называлась раньше Пионерская, теперь она называется Академическая, начались подготовительные и строительные работы. Мы подали второй иск. Подали иск на отмену разрешения на строительство. И долго это все тянулось, в том числе из-за карантинных ограничений, но в конце июля судья Вовченко вынесла решение о том, что разрешение на проведение строительных работ отменено. На сегодняшний день любые строительные работы, которые могут проводиться на территории межрейсовой базы моряков, незаконны. На сегодняшний день мы ждем, конечно, апелляцию и будем смотреть, какое будет развитие событий, потому что ни для кого в Одессе не секрет, что зачастую застройщики, особенно когда на кону стоят такие огромные суммы денег, как я вам сказал, что это земельный участок в этом районе там стоит не меньше 50 миллионов долларов,
могут договориться с судьями 5-го апелляционного суда. Несмотря на все это, у нас очень четкая, твердая позиция, что все, что произошло, незаконно, и эта территория должна быть новым парком для всех одесситов. Тем более, что этот парк уже там есть. Необходимо просто провести благоустройство, необходимо провести электричество, освещение, выложить дорожки. И самое интересное, что когда некоторые люди об этом услышали, нашлись те меценаты, которые сказали, вот там я когда-то начинал, работал там в Черноморском морском пароходстве, я вот там помню, мы готовы в это вложить деньги. Мы не хотим ни копейки из городского бюджета, пусть нам эту территорию дадут возможность благоустроить, и мы сделаем там парк. Ну, ви ж знаєте, у нас суди приймають рішення, і от таке, наприклад, рішення, але потім йдуть якісь апеляції, або не йдуть, але забудова продовжується. В цьому випадку таке не може трапитися? Ну, ви ж знаєте, як коїться, що відбувається в Одесі, що відбувається в Україні, і таке може статися. Але хочу сказати наступне. По-перше, по цьому питанню, яким чином 4,5 гектара найдорожчої одеської землі була передана за 600 тисяч гривень приватній компанії, відкрите кримінальне провадження Національним антикорупційним бюро, і це розслідування не зупинено, воно продовжується, по-перше. По-друге, наскільки я знаю, ця земельна ділянка має бути арештована спеціальною антикорупційною прокуратурою, тому що кримінальна справа є, і я у цій справі є і заявником, і тою людиною, яка штовхає її далі. І я маю надію, що цей арешт буде накладений. І друге, що хочу сказати, що ми точно не відступаємо. Я так розумію, забудовник це відчуває. Хочу сказати, що вчора я був, спеціально поїхав подивитися, ніякі будівельні роботи зараз не проводяться. Тому чекаємо апеляцію. В залежності від того, який вирок буде апеляційного суду по цьому питанню, будемо тримати в курсі і будемо намагатися, як тільки можемо, зберегти там парк. Ну, ви знаєте, одесити, і я думаю, що ви теж не змогли не побачити, бо так багато, так кричуще, як то кажуть, ті ж обличчя, ті ж кольори, білборди нашого мера про те, як все прекрасно в Одесі. І хоч там і не написано, що це такий званий звіт, але ж ми всі розуміємо, що це вже, скажімо так, зроблено під вибори. Ну і я не знаю, скільки пересічних громадян може знайтися, щоб не розуміти, який білборд можна вішати перед таким білбордом, так? Де написано, наприклад, там, відпочинок дітям, да? І ви розумієте, що може навпроти з'явитися, яку картинку малює ваша уява, так? Це палаюча Вікторія і все таке інше. Ми будемо там по-новому ремонтувати будинки. Так? Новий підхід, я там побачив, новий підхід. Знаєте, там 5 років пройшло, а вони там кажуть про якийсь там новий підхід, якого ніхто не бачив, але бачить, як рушаться ці будинки, і нічого нового в цьому немає. Все таке інше. Ви знаєте, я не знаю, це таке розуміння, що люди нічого не бачать і не знають, і просто вірять лише тому, що написано. Всі ж живуть в цьому місті, так? Вони ж повинні якось розуміти, що відбувається. Ви знаєте, я би немножко посмотрел би, мене це не то, що роздражає таке кількість бордів, які розміщені з улыбаючимся лицом господина Труханова по місту. Кстати, хочу сказати, що господа із провласної партії «Слуга народів» не відстають по кількості бордів, розміщених сьогодні в Одесі. Ну, вернемося господину Труханову. Мене в даному випадку більше інтересує
два вопроса. Первое, кто за это все заплатил? И у меня есть ответ на этот вопрос, потому что несколько журналистов делали расследование, что чаще всего эти борды появляются в качестве социальной рекламы, оплаченной Одесским городским советом. И я думаю, что здесь ситуация будет точно такой же. А второе, сколько денег на это потрачено? Если вы помните борды, опять же, благодаря журналистам, они делают огромнейшую работу, работу в том числе и правоохранительных органов, на ЗК и НАБУ, которые подсчитали, если вы помните, поздравления одного из депутатов-мажоритарщиков были, которые развешаны по всей Одессе и с 8 марта, потом с 9 мая. Они посчитали, что только на одно поздравление было потрачено около 3 миллионов гривен. На сегодняшний день стоимость борда в среднем составляет от 5 до 7 тысяч гривен на месяц. Если посчитать количество размещенных бордов, то сумма исчисляется однозначно в миллионы или даже в десятки миллионов гривен. То есть за наш с вами счет из Одесского городского бюджета было выделено, например, там 5 миллионов гривен на то, чтобы господин Труханов перед выбором разместил везде свое лицо с какими-то непонятными достижениями, которые, по большому счету, не являются никакими достижениями, а являются враньем. Но в то же время у нас волонтеры собирают на больных детей, у нас зооволонтеры собирают деньги на пристраивание и лечение бездомных животных, у нас падают дома и рушатся фасады. И неужели не было куда пристроить эти 5 миллионов гривен? За пожарные службы я вообще молчу, потому что то, что произошло буквально несколько дней, когда горел жилой комплекс Якоря, по-моему, да, насколько я... Нет, не Якоря, а Озерки. Какой-то из жилых комплексов, сравнительно новых, горел на поселке Котовского. И оказалось, что в Одессе только есть одна лестница, у которой вылет составляет 50 метров. А в этих домах, которые, повторюсь, были недавно, буквально построили, отсутствует системы раннего оповещения и пожаротушения, то становится вопрос... За чей счет банкет? Почему городские власти, городской бюджет должен оплачивать предвыборную кампанию мэра? Это вопрос к правоохранительным органам, это вопрос к Национальному агентству за пропагандирование коррупции, и это вопрос сегодня в том числе и к провластной партии, с чего мы начали, которая не отстает. Неужели нет куда потратить эти колоссальнейшие деньги в сегодняшней тяжелейшей ситуации? Накануне, давайте говорить откровенно, кризис очередного экономического. После того, что Украина прошла дичайший карантин и огромное количество людей осталось без работы, и неизвестно, что будет уже в ближайшее время с учетом все время повышающегося количества заболевших. І знаєте, от ви затронули тему карантину, от хотілося б ще про це сказати, так? У нас, ну так, люди, можливо, так відносяться до цього. Знаєте, там хтось пише, ні, цього не може бути, це якийсь світовий психоз, це все неправда, але ми з вами знаємо, і ті люди, які працюють сьогодні в лікарнях, і ті люди, родичі, яких там сьогодні знаходяться в лікарнях, це вже друге питання, як там лікують, і як відносяться, і який важкий труд сьогодні у молодшого медичного персоналу і у самих лікарів. І досі, наприклад, якщо брати там транспорт, так, ну, там супермаркети, так, там вони не обслуговують, якщо в тебе немає маски. Тут вже хочеш не хочеш, то люди там їх вдягають. Але що взяти той же міський транспорт? Ну, не вже так важко це контролювати. Ну, я не знаю, ну, сьогодні майже немає ні одної людини, яка б їх надягала в той же маршрутці, трамваї, тролейбусі на обличчя маску, як, ну, як треба робити. Всі ці об'яви на дверях є, так? Всі люди це читають, всі
люди це бачать. Ну чому розуміння приходить до людей? Лише тому, тоді, коли вони потрапляють до лікарні. А це дуже важливо, вони розуміють, який це важкий шлях. Як сьогодні важко з цим стикнутися. І не всі можуть здати той тест на ковід безкоштовно, так? Як люди і самі повинні ще за це, за своє лікування платити гроші. От скажіть, будь ласка, ну вже, якщо у нас там цей карантин подовжено, ну вже так важко це контролювати? Ви знаєте, такое впечатление, что для, как минимум для Одесской городской власти, ну, думаю, что и для областной, что либо чем хуже, тем лучше, либо им просто до этого нет дела. Ну, на сегодняшний день надо быть очень глупым человеком, рассказывая, что никакого вируса нет, и это все, как говорят, мировой заговор, там, и другие заговоры, и различные конспирологические теории. На сегодняшний день, наверное, у каждого есть из жителей, есть кто-то, кто либо переболел, а есть и те, кто умер. Помните, наверное, это история, которая произошла, по-моему, где-то 2 месяца назад, когда от коронавируса умер довольно известный в Одессе доктор. Угу. Для сегодняшний день у меня, например, есть несколько знакомых, которые в действительности переболели, слава богу, остались жить. И упирается все в том, что если кого-то обслужат на кассе без маски, то оштрафуют это частный магазин, предприятие. А там есть как проверить. Почему не проверяют в городском транспорте? Ну, для меня это остается загадкой. Хотя, если вы помните, когда действовал 1,5 месяца жесткий карантин, и когда не пускали там больше, чем людей, больше, 10, чем половина, да, сначала 10, да, потом половина сидячих мест. Потом лише сидячие. Потом места. Только сидячие. А вы пам'ятаєте, ще, ви ж так і ніхто не знає, скільки коштів було виділено на ці перепуски. Пам'ятаєте? Да, да. Щоб ти мав право сісти в маршрутку. Правда, потом їх вообще перестали проверять. Так, ніхто ж її не перевіряв, а кошти на це були виділені. Но это же работало. Я помню эти скандалы, когда вытаскивали из троллейбуса, из маршруток водителей, которые отказывались вести количество пассажиров больше, чем они могли, когда они не пускали людей без масок. Это же работало. Давайте говорить, что это работало. Сейчас, когда на это просто махнули рукой, а я так понимаю, Одесской городской власти сегодня важнее повесить борды за миллионы гривен, чем проводить эту проверку. И именно в том числе, наверное, из-за этого Одесса стоит на грани. Осталось совсем немного, чтобы она, червоной зоне. Совсем немного, чтобы оказаться в красной зоне и прекратить, запретить возможность работать ночным клубом, кинотеатром, рестораном и остановить междугороднее сообщение, остался один шаг. Осталось еще совсем чуть-чуть, но похоже, что это сегодняшний день никого не интересует, потому что все заняты другим. В действительности большой проблемы нет. Мы с вами перед эфиром говорили, что в один прекрасный день повешать объявление, что все люди, находящиеся в общественном транспорте без масок, в случае проверки подвергнутся штрафу 17 тысяч гривен, поверьте мне, после 1-2 штрафов все очень быстро начнут одевать и ездить в масках, потому что никто не хочет, не захочет платить 17 тысяч гривен. На сегодняшний день как бескарность породжує ще більшу бескарність. Вот то, что происходит в общественном транспорте. На сегодняшний день общественный транспорт набитый битком. Давайте говорить откровенно. Городской транспорт сегодня набитый битком. Набитый битком людьми, не придерживающимся никаких карантинных ограничений. И никто ж не может, никто не знает, как там дезинфекуют после каждого дня. Уже ничего не дезинфекуют. Ну то, что не мыют, это видно. Уже ничего, вы прекрасно ездите, смотрите. Даже если, наверное, еще трамваи, троллейбусы, наверное, в конце рабочего дня, может быть, там моют и дезинфицируют, то по маршруткам, ну этого точно не скажешь.
ну, точно не скажешь, что что-то там проходит, какие-то дезинфекции. Порой они настолько грязные, что такое впечатление, что их там неделями на это никто не обращает внимания. Сегодня это фактически... Какими неделями? Роками? Ну, вы знаете, то не могу сказать годами, потому что в период карантинных ограничений, когда в Одессе был жесткий карантин, все-таки их действительно на конечных станциях и мыли, и дезинфицировали. Вы не бачили маршрутки с получением с областью? Я просто не понимаю, неужели те же водители, про водителей не хочу говорить, они не все из них обязательные, не все думающие, они там зарабатывают просто тебе там кусок на жизнь, но собственники этих маршрутов, неужели они не понимают, что если закроют Одессу, они опять останутся без денег, они опять останутся без средств существования, они опять должны будут распустить своих водителей, потому что им просто не будет за что платить. Угу, так. Ну що ж, давайте ще поговоримо про офіс простих рішень та результатів. На сьогоднішній день вже можна підвести якісь підсумки. Так, от я знаю, що займаєтеся сертифікацією моряків, так? І про що ще можете розказати? В дійсності Одеський регіональний офіс простих рішень і результатів є регіональним підрозділенням в місті Одесі. Да, він був відкрит після Київського основного офиса первым в регионах, и мы этим, наверное, чуть-чуть даже гордимся. И именно со спецификой Одессы, нашей первой темой, которую мы решили взять, и именно по этой теме была создана рабочая группа, это сертификация моряков. Сертификация в довольно широком смысле этого слова. Одесса – город моряков, и, наверное, практически каждую семью так или иначе затрагивает эта проблема. У кого-то муж моряк, у кого-то дети моряки, у кого-то родственники. Но об этом, о происходящем, наверное, говорят, там, если не на каждой кухне, то на каждой второй кухне, что на сегодняшний день моряк, зарабатывающий зачастую хорошие деньги. Моряк, который ничего не просит у государства, а надеется только на себя, на свой профессионализм, ну и, наверное, в какой-то степени на свою удачу, привозит в Украину, давайте говорить, достойную зарплату. По украинским меркам точно. На сегодняшний день моряки являются одними из самых крупных внутренних инвесторов, и по разным данным говорят, что количество денег, которые перечисляют в Украину моряки в качестве своей зарплаты, составляет примерно 3 миллиарда долларов. Если вы помните последний транш, под который был принят рынок земли и еще часть очень скандальных законов, насколько я помню, было выделено 600 миллионов всего лишь. Здесь речь идет о примерно трех миллиардах долларов. И этих моряков государство в лице морской администрации, капитании и еще нескольких надзорных органов просто, извините за выражение, стрижет. Стрижет и по стоимости тех сертификатов, которые они должны получать для того, чтобы не потерять работу, и по тем взяткам, которые они тоже вынуждены платить, потому что, например, подтвердить свой разряд без денег в сегодняшний день практически невозможно. Получить, если человек работает там вторым механиком или там вторым помощником капитана, получить даже подтверждение своего разряда работающего моряка просто так вы не можете. И на сегодняшний день существует хорошо организованная коррупционная система вымогания из моряков взятки. Чаще всего это происходит, потому что есть человеческий фактор. Есть те желающие, которые хотят поиметь моряков, а моряки, понимая, что они зависят от этих желающих, вынуждены платить деньги. Именно для того, чтобы уйти от этого человеческого фактора, наша рабочая группа разработала целый ряд мероприятий, начиная от возможности
получение подтверждения автоматически, так как делается во всем мире. Если моряк последний год работал, если он не стремится повышать разряд своего сертификата, если у него есть все подтверждающие документы, он в автоматическом режиме должен просто получить свой новый сертификат, который просто закончился. В Украине это не так. Хотя во всем мире это нормально работает. И с этими моими предложениями мы хотим выйти на заседание Рады реформ. И хотим, чтобы Рада реформ еще раз озвучила эту проблему и предложила решение этой проблемы. Банальная коррупция. Банальная коррупция, приводящая к тому, что первое, часть моряков сегодня из-за этой коррупции, стоимости сертификатов и этих сумм, огромных сумм взяток, начала получать документы в иностранных государствах. Например, в Болгарии, в Голландии и даже в Норвегии. Фактически, люди, которых государство должно холить и лелеять, перемещаются туда, где этой коррупции нет. Второе, я хочу сказать, что из-за такого отношения, и об этом же тоже становится известно, и в International Marine Organization, это международная морская организация, и в других международных организациях Украина может попасть в один момент в черный список, где документы просто продаются. А в какой-то степени это сегодня правда. Потому что документы сегодня можно подтвердить, можно просто купить, никуда не ходя, просто выложив нужным людям определенную сумму денег. И тогда украинские моряки начнут массово терять свою работу. И тогда огромное количество людей говорят, что сегодня в Украине больше 200 тысяч моряков. Это колоссальнейшая цифра. Тогда многие семьи останутся без средств существования. А государство Украины лишится одного из самых стабильных и самых больших поступлений из-за рубежа твердой валюты. Ну, как вы гадаете, можно что-то это изменить? Я бы очень хотел, чтобы те люди, которые сегодня принимают решения, думали не только о своем кармане. Я бы очень хотел, чтобы эти люди понимали, что та корова, которая хорошо доится, она будет при нормальных условиях, когда она будет хорошо кушать, она будет здоровая, и ее будет нормально доить, она будет доиться многие годы. А если оставить, ну извините за такое сравнение, да, простое, но если ее держать впроголодь и ее выдаивать до конца, и даже не давать ей пить, то она либо сдохнет, либо просто перестанет доиться. А в данном случае моряки просто уйдут, уедут в другие государства, большинство из них, Украина славится довольно качественным командирским составом. Эти люди сегодняшний день, получая на международном рынке морского труда достойную зарплату, практически без проблем могут купить себе недвижимость в той же Болгарии, в Италии, в Польше, в Испании. И я вам, наверное, не открою секрет, что многие уже это сделали. Вопрос только в том, что не хватает одного шага, чтобы они просто собрали здесь, забрали бы семьи и уехали туда, распрощавшись таким образом с Украиной. Я бы очень не хотел этого, потому что ну, это наши лучшие люди, которые наш не просто привозят деньги, представляют Украину, не имеющую на сегодняшний день фактически никого, какого-то флота, удерживают для Украины звание морской державы с высококачественным, как минимум, командирским составом. Ну що ж, дякуємо вам за участь в програмі. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма» був Олег Михайлик, лідер одеської команди «Школа мерів», та він є головою регіонального офісу «Простих рішень та результатів». Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.